Да пребудет с вами Господь. Зачем? Когда наш брат или уставший путник стучится в нашу дверь, мы говорим: «Да пребудет с тобой Господь», а он должен ответить: «И с тобой Дух Святой». Я теперь понял. И с тобой Дух Святой. У тебя что, духа нет? С тобой мой дух. Проходите, братья. Не нравится мне здесь, Бомбино. Мне тоже. Сплошные уроды.